Контрафактный алкоголь – проблема, которая в последнее время заметно обострилась. Не допускать появления на рынке некачественной продукции – задача как представителей власти, так и предпринимателей. Сегодня этот вопрос глава республики обсудил в Доме правительства с представителями торговых сетей, работающих в регионе. В этом году возобновили свою работу спиртзавод «Ядринский» и ликер-водочный завод в Чебоксарах. Качество производимой местной продукции соответствует всем необходимым стандартам. Сейчас важно выбрать правильные маркетинговые ходы, отметил глава Чувашии на встрече с представителями торговых сетей. Наша задача заключается в том, чтобы, продвигая нашу продукцию по качеству, насколько я слышу официальные данные даже всех тех, кто проверяет, она качественная, мы пополняем консолидированный бюджет Чувашской Республики.